Всем привет! Сегодня покажу, как сделать красивую садовую дорожку. Сразу открою вам секрет. Эту дорожку сделал не я, эту дорожку сделала моя мать, которой 61 год. Вот она вот такие камни тягает и это сама все делает. Я вам просто покажу, как можно сделать вот это все своими руками, имея только камень и больше ничего. У нас канал какой? То есть для тех людей, которые мастерят, делают все своими руками. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Много хорошего, разного видео найдете. Абсолютно каждый может делать то, что я делаю, то есть повторять. Берете любой камень, который имеется. Рыхлите почву. Грунт становится мягким. Затем берете камень и крутите, вертите его, подбираете более удобное место, чтобы он зафиксировался. Можно, конечно, чем-нибудь тяжелым постучать, исходя из того, что без вложений, без затрат, из того, что есть, все промежутки засыпаются песком, тем, который выкапываете. Потом это все водичкой сбрызгиваете, веничком сметаете, естественно, ходите по этому всему, все дает осадку, камень садится, это ничего никуда не денется. Во-первых, конечно, будет кое-где люфтить, шататься, но со временем это все осядет, щели забьются и будет у вас красивая садовая дорожка на вашем участке без каких-либо затрат, только камень и песок. Пользуйтесь советом, делайте.